Всем привет! Вы снова на канале Евгений Лайф. Мы в Фикс-прайсе смотрим новинки. Город Москва. Такие вот новиночки сегодня. Так, это у нас держатель с крючками. Сейчас рассмотрим все. Ага, размеры вот 30 на 10. Так вот он выглядит. Сейчас я вам покажу. Вот. Цена 174,50. Подставка для бумажного полотенца. Цена 149 рублей. Полка кухонная для организации хранения. Смотрите, какая красота. Цена 299 рублей. Крышка для СВЧ. Состав пищевой полипропилен. Так, размер у нее 24 сантиметра. Сейчас так вам покажу. Вот такая вот крышечка. Цена 49,50. Смотрите, ребята, что я нашла. Это у нас сырница. Тут все написано. 20 на 20 на 11,3 сантиметра. Так, что у нас тут с составом? Состав полистирол БУК. Так вот она выглядит с обратной стороны. Цена такой сырницы 349 рублей. Также такая новинка, корзина на дверь. Вот смотрите, я ее подвесила. Так вот она будет висеть. Ну так вот примерно положим. Вот, красота. Также есть в белой расцветке. Я вам просто так вот показываю. Оп. Что-нибудь сюда погрузим. И так будет она висеть. Цена 124 рубля. Тряпочки для уборки. Такие вот яркие, красивые расцветки есть. Такие всегда даже жалко для уборки, правда? Так, размер 40 на 30. Цена 79 рублей. Щетка Ёрш для бутылок. 35 сантиметров. Вот такая вот есть новиночка, смотрите. Тут необычный ёршик. С какими-то тут губками, что ли. Цена 59 рублей. Губки для посуды целлюлозные. Видите, какие? 4 штуки написано. Цена 199 рублей. Чистая дома тряпка для пола из микрофибры. Цена 99 рублей. Всем пока-пока.